Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, что мне принес Беззубик? Ну, естественно, 2 миллиона дровишек из лесу притащил он мне, да? Жук ты такие, ладно, лети опять, ищи там в море ветра. Куда мы тебя отправим сейчас? За громолёдом? Или как его там величать? Да, громилёд. Вот пускай его ищет. Я не успокоюсь, пока он его мне не найдет, этого громилёда. Так, давай-ка откроем с тобой пак. Ловец снов. Ух ты. Ух ты, какой пак классный. Смотрится так, да, круто, фиолетовый. Так, ладношки. Монетки Одина давай в копилку. И что нам здесь? Чудовище, древоруб, шепот. Все что ли? Скудненько как-то. Давай следующий пак. Монетки Одина в копилочку. А здесь у нас костолом, душитель. Ага, ветрокрыл чемпион. Всего лишь одну карточку дали. Но все равно приятно. Пускай даже и одну карточку выдали. Ну что наши легендарные драконы мне принесли? Так, опять это гнездо с перышками. Плюс 200 янтаря. Правда тускло, но ничего страшного. А здесь у нас треска. Треска мне уже не нужна. Я уже все, ребята, что надо было, я нашел. Так, откроем с тобой пак тогда здесь. Обычненький. Сегодня у нас, да, друзья мои, будет просто аренка. Громоли, шторморез, кревет и водорез. Потому что у нас освободилось место. Как ты понимаешь, у нас событий же нет никаких. Нету. Время написано вышло. Время вышло, ну и что? А что у нас? А, мы же вымпелы с тобой потратили, да? Мы потратили вымпелы и получили редкого землехвата. То есть мы, ну, с тобой практически тютелька в тютельку уложились, все у нас хорошо. Так, давай сюда дровишки. Дровишки — это всегда хорошо. Так, этих мы отправляем. Так, у нас рыбы слишком много, да? Даже некуда ее ложить получается. Здесь, друзья мои, еще один день нужно подождать, и тогда дровница у нас прокачается вместе с лоханью. Так, эти малыши у меня прилетели. Давай посмотрим. Ну, естественно, тусклый янтарь. Гнев бесплатный. Так, кривоклык. Ну-ка, что мы тут выпадем? Я больше уверен, либо нам выпадет яйцо вот это вот никудышное, либо же тусклый янтарь. И это тусклый янтарь. Да, ребята. Так, мы завершили с тобой 12 приключений. Я забираю пак. Мы забираем с тобой пак. И сразу его открываем, да? И что же? Древоруб. Ужасное чудовище. Острокрылый змеевик. Вот так вот. Замечательно. Кстати, у нас, по-моему, здесь, да, я забыл с прошлой серии открыть этот пак. Ужасный чудовище. Кстати, он скоро прокачается, древоруб. Вот что я тебе хотел сказать. Древоруб скоро у нас получит еще один уровень. Так, барсики. Барсики, что вы мне дадите? Тут либо шестеренка выпадет, либо там, где у нас мало рун. Итак, сколько? 350! Ничего себе, мало рун! Вот это он меня порадовал, ребят. Я прям даже не ожидал. Барсик, красавчик. Респект и уважуха. Тут по-другому не скажешь. 350 рун. Как с куста. Ха. Да, это очень редко бывает. Редко, но метко, друзья мои. Так, ну что ты, голодранец? Давай, иди за дровишками. У этих, я смотрю, рыба просто в избытке. Мы даже ее не можем собрать. Вроде бы все, да? Здесь мы с тобой сделали. Так. Скалотряс. Давай их тоже пока собирай, там дровишки. И все, ребят. Ну что, остается нам пойти на арену. Так, тут по обмену у нас блестящий янтарь. А я могу еще заказать? Могу. Вот и славненько. Так, а теперь здесь, по заданиям. 25 тусклого янтаря.
50. Ну, вымпелы уже не нужны, ребят. Потому что я в любом случае уже накопить на что-то стоящее не успею. Там, по-моему, ближайшее, что у нас находится, это за 3000. И то, по-моему, это скин. Ну, и получается арена. Давай, пошли. Как говорится, пак вождя еще никто не отменял. Ой, а я колоду-то себе не поменял. Ладно, фиг с ним. Давай, попробуем. У нас вместо ветрокрыла здесь шторморез. Начинается, да, веселуха? Поехали. Мы будем с тобой бомбить прихвостня. Я думаю, что лучше всего именно с него начать. Ой, сейчас вжарит, да? Тьфу, промахнулся сосунок. Ё-моё. Накося, получи. Сейчас кривоклык его добьет. Этот ничего пока не сделает, он не побежит. Нет, побежит, ребята. Он как раз-то сейчас и побежит. Бегун этот ненаглядный наш. Промахнулся, ты прикинь, он промахнулся. Это что-то с чем-то, ребят. Раньше они так часто не промахивались. Сейчас просто раз за разом у них не получается ничего. Давай я броню понижу. Так, и что-то там попадет. Вот сейчас попадет. Так, это бедный барсик у меня. На-ка тебе слепоту, чтобы больше тут не выпендривался. Да хоть ты что тут делай, все равно не попадешь по нам. Когда пониженная броня, мы очень, ребята, серьезно наносим урон. Так, ну что, двигаемся дальше. Ага, здесь у нас, смотри-ка, 16 уровня, пристеголовый. Но меня вот этот больше смущает, парень. Мы все знаем прекрасно, что делает у нас шепот смерти, да? Когда у него накапливается 3 полосочки энергии, он начинает делать свой суперудар. Так, ну я понял, понял, что они тут задумали. Ну-ка, пробьем. А-тя-тя-тя-тя, это плохо. Потому что этот дает возможность ему накопить на 3-ю энергию. И сейчас, скорее всего, мы потеряем с тобой штормореза. Ну-ка. Ребята, что сегодня с игрой? Они промахиваются, прикинь, один за другим. Нет, это, конечно, круто, но меня немножко это, как сказать, смущает. Потому что, ну, не было такого раньше, чтобы они так часто промахивались. Так, фаербол. Да ладно, почему ты не стал фаербол делать, парень? Что происходит, а? Это заговор какой-то? Игра просто мне, знаешь, вот дает все блага, ты понимаешь? Они промахиваются, они, не знаю, тупят. И мне это нравится. Понимаешь, мне это нравится. Я хоть и удивлен, но на самом деле это круто. Так, ну что же, пойдем на следующий поединок. Кстати, я заметил, чем ближе мы с тобой к следующей арене подходим, да, а нам всего ничего осталось здесь. Сколько? 410 кубков получить. Тем сильнее становится враг. Уровень. Понимаешь, уровень. Именно на это стоит обратить внимание. Слушай, ну два костолома, это неприятно. Этот сейчас понизит броню. Мы, наверное, в ответку. Так, барсик, уничтожь его. Идеально. Так, и кто-то, вот этот побежит. Хотя он бегать, по-моему, не умеет, да? Он, по-моему, огнем шпарит. Давай так сделаем. Мы с тобой быстренько одного распечатаем. Нам будет проще потом справиться с этим. Ну, естественно, он добьет. Он добьет мне штормореза, он именно к нему бежит. Понятное дело. Ты что тут, крылья свои расправил? На! А с тобой будет разговор отдельный, костолом. Да-да-да-да-да, беги, хоть забегайся. У тебя ничего не выйдет. Поехали, ребят. Конечно, будет тяжело его сейчас разбирать здесь. Но у нас еще есть возможность повесить на него слепоту. Так что... Поехали. Так, вешаем. Ну и что ты там? Бежить. И спотыкается он. На-ка. Укус.
Ну и все, на следующей ходке мы его с тобой уничтожаем. Ай, как же так-то? Слушай, по-моему, пока вождя созрел. Вот он, собственной персоной. Ну-ка. Еще чуть-чуть, и древоруб прокачается. Так, ужасное чудовище тоже скоро прокачается. Так, экзотический дымодышащий. И кривоклык. 5 карточек нам дали на него, отлично. Ну что, предлагаю, друзья мои, дальше продолжать поединки. Еще один пак урвем, и, в принципе, можно будет закругляться. Да, событий сегодня нету, поэтому ограничиваемся одной лишь ареной. Но арена это тоже неплохо, потому что где нам еще добывать карточки, да? Паки, чтобы прокачивать наших драконов. Да негде. Так, что-то ужасное чудовище. А, так они тут все 16 уровня. Господи, я думаю, что-то разбор-то тяжело идет. Все, я понял. Ну? Че, серьезно, что ли? Барсика вот так вот вы быстро мне распечатаете? Такого не может быть. Ага, одним меньше. Давай сюда, наверное, звякнем. Так, они вдвоем сходят. Ну, барсика в любом случае, они сейчас мне. Хм, спасибо. Круто. Прям во время поединка у меня, друзья мои, вылетела игра. Подожди, я не понял. Парень, я же тебя вроде бы отправлял на поиски громолёда. Какого перепуга ты опять тут стоишь? Иди, лети. Сколько можно здесь баклуши-то бить? Может быть, я его просто забыл в тот раз все-таки отправить. Так, ладно, ребята, возвращаемся обратно на наши поединки. С какого вдруг перепуга она вылетела, а? Игра, скажи-ка мне на милость. Такого не должно было быть. И дали совсем других, кстати, дракончиков против нас. Ладно. Так, здесь, значит, кривоклык плюс ужасное чудовище, да? Или как его звать? Не ужасное чудовище, а он у нас кривокрив, по-моему, так, да? Величать этого ханорика. Так, ну тут, по крайней мере, хотя бы этот 14 уровня. Так-то они обычно были 16 все. Что ты, фаербол, блин, понижение защиты. Да хорош, тут защиту понизили, там это в минус. Давай-ка теперь с этим разберемся. Блин, плохо, конечно, что пониженная атака. Смотри, что делает. И защиту понизили, и атаку. Значит, ему крышка. Ой, таракан ты мелкий, а. Не получилось у тебя, да? Хотел уничтожить мне, барсика. А вот дудки. Так, что он сейчас? Да ты посмотри, ребят. Ну, я серьезно говорю. Вы видите сами, они промахиваются просто идеально. Таких идеальных промахов давным-давно я не видел. Ну что же, мы продолжаем. Кто у нас тут? Ох, 16 и 17, ты даже уровень, ё-моё. Кривет, опять этот душитель. Слушай, наверное, тут фейл будет. Тут слишком мощные враги. Слишком мощные. Ну, вот, видишь, что творит. Добей, нет, какой там добей. Сейчас влупит. Я же говорил, влупит. Фаербол? Ну да, фаербол, да еще и под усиленной атакой. Ой, было больно. Че, пытаемся, наверное. Блин, а как? Давай этого, наверное. Хотя фиг его знает, кого тут лучше бомбить. Он сейчас будет понижать броню. А этот ханорик. А этот ханорик пока молчит. Он с усиленной атакой. На кого? Ох ты! Фига ты влупил, парень. Не слишком ли круто, а? Добьет мне кривоклык. А он сейчас фаер... Он вообще-то должен был фаербол сделать. Так, ребят, кто кого? Я его... Конечно, я его уничтожу. Ну и слава богу. Поехали. Чем меня порадует на этот раз?
Опять 17 уровень. Ну, вот с этим, наверное, будем с тобой разбираться для начала. Понижение брони от кого? На кого? Понятно. Давай так сделаем. Ну, в принципе, мы его уничтожим на следующий ход. Вот так. Теперь, наверное, сюда будем бомбашить. Нам нужно хильнуться. Нам нужно с тобой хильнуться. Жалко, конечно... А, вот он как. Я думал, что этот сейчас побежит, но не судьба ему. Но, тем не менее, видимо, мы с тобой потеряем все-таки, да? Нашего штормореза. Потому что этот ханорик... Ну, хотя бы давай ему броню снизим. Чтобы этим было проще его потом добить. Я нисколечко не сомневался, что именно так он сделает. Поэтому и бросил на него именно понижение брони, чтобы сейчас нам его просто... Думаю, на следующую ходку мы его разберем. А, у нас слепота еще, все. Все, ребят. Пускай он тут даже и не думает ни о какой победе. Вот и все. Ну, а вот и пак вождя. Громоль, древоруб, шипорез и громобой вместе с крылатым ужасом и прихвостнем. И опять же кривоклык. Прекрасно. Знаешь, что мне хочется сделать? Мне хочется почему-то сейчас именно взять изваяние, которое будет давать нам больше кубков. Я не знаю, почему вот мне хочется вот просто сделать и все. Как думаешь, стоит это делать? Если у нас будут с тобой быстро копиться кубки, соответственно, мы будем с тобой... Ну, быстрее переходить на другие арены. На более мощные арены, я бы так сказал. Сколько стоит у нас, например... Так, изваяние, да? Вот здесь вот оно, по-моему, смотрится. Изваяние общего сбора. Вот, кстати, изваяние общего сбора, это было бы неплохо. Потому что мы собираем все, что у нас собрали все драконы. Кликая только, на, да, на одного, я так понимаю. Или даже оно само все собирается. Так, у нас с тобой 57. Вот, по-моему, это изваяние быстрых когтей. Подожди-ка, нет, это не то. А это? Вот, больше трофеев за каждую победу в схватке. Плюс 10, нам обычно сколько там дают? 30, да? 30 кубков. Будут давать 40. Давай, наверное, возьмем. Поставим себе где-нибудь вот тут. Так, подожди секундочку. Вот тут. Вот тут. Да, друзья мои. А, оно еще будет делаться сутки, оказывается. Ладно, пускай делается сутки. Ну, поверь мне, это лишним не будет. Кубки нам нужны, тем более арена уже скоро. У нас следующая, да? Это какая-то будет по счету-то у нас? Седьмая арена. Так, а я могу себе, например, кого-нибудь сейчас прокачать? Улучшить. Поиск, вот это вот меня убивает, ребят. Какой, блин, поиск? Неужели у меня злобного змеевика нету? Какой поиск? Этого нужно прокачать до 24 уровня, элитный. А, это громоль-защитник. Так, а парящий... Так, вот вострозуб. 51 уровень нужен. Громобой-защитник тоже, по-моему. А, нет, можно, ребята. Слушай, 12 разряд получает. Ну, это уже хорошо. Парящий прихвостень, я, по-моему, не могу его улучшить. Он стоит-то у нас на отшибе. Грустит. Так, подожди, какой снарядить? Снаряжать не надо. Я хотел посмотреть, что у него там по прокачке улучшить. 24 уровень. А тебя можно? Нет, эти у нас, ребята, как были на отшибе, так на отшибе и стоят. Ничего я с ними сделать не могу. Вострозубы я не могу прокачать, потому что, ребята, у нас в данный момент прокачивается академка. 2 дня, 10 часов она еще будет строиться. После того, как она сделается, естественно, мы сразу же будем отправлять наших драконов на прокачку. Знаешь, что самое удивительное? Мне должно быть доступно... Как она называется? Рудник. Ведь так я понимаю? Ведь рудник же нам с тобой тогда был доступен. Или я чего-то путаю? Терем викингов, хижина викингов, ферма яков. 4 штуки, да?
Но я же помню, что нам давали типа собрать железо. Но где? Железо у нас где-то, по-моему, вот. А, там, наверное, надо территорию. Вот, по-моему, кузня, да? 350 миллионов нужно, чтобы крепость Брокра. Вот, по-моему, здесь у нас и будет как раз возможность добывать железо. Или же я путаю чего-то. Но вы всегда можете меня поправить в комментариях. Верно, друзья мои? Тут тоже нужно, ну тут 500 миллионов. 500. Здесь 500. Поле Фрейи. Что он там нюхает, что он там рыщет, а? Вынюхивает, ищет под землей, да, видимо, ресурсы. Да, ну что, ребята, на этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.